Никита, что у тебя в руках? Дело в том, Катя, что в эпоху черно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего губы дикторов, даже если они были накрашены красной помадой, выглядели крайне бледными. А ты знаешь, я где-то об этом слышала. Именно поэтому ведущим перед эфиром красили губы зеленой помадой. Так их губы были ярче.